Всем привет! Всем привет! Меня зовут Даня. Сегодня мы будем открывать сюрпризы со вспышкой. Смотрите, что есть. Сегодня мы открываем сюрпризы со вспышкой от фирмы Zani. В коллекцию входят разные вот такие вот машинки и карточки. Открываем! Открываем первое яйцо. Да, оно попалось поломанным. Ничего. И что же там тебе попалось? Что это? И первое, что попалось Данику, это рык. Но это не просто какой-то брелок. Здесь есть какая-то прищепочка. Для чего она нужна, я пока не поняла. Вот вкладыш от них. Здесь написано Pen Top. Может быть, их можно одевать на карандаш? Давай попробуем. Может быть, вот как-то так? Давай дальше. И Даник открывает второе яйцо. Что же ему попадется? Ух ты! Еще один! Еще один точно такой же рык. Насадка на ручку. Везет нам на повторке, да? Да. И последнее яйцо. А что же там? А здесь машинка? Вау, нам повезло. Даник, тебе повезло. Тебе попалась машинка. А это динозавр-машинка из мультика «Вспыш». Его зовут Лев. А это его наклейки. А вот он готовый. С наклейками. Любите сюрпризы? Смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.